Всем привет зрителям, подписчикам канала. Сегодня у меня обзор. На днях вот получил от подписчика вот подарок. Коробка различной электроники. Спасибо Александру. Сейчас буду рассматривать коробочку, что тут. Калькулятор электроника МК-51. Еще один упаковки. К-51, есть паспорт, инструкция. Так, второй. Так. Еще один, третий. Тоже К-51. Четвертый. Еще один калькулятор. МК-60. О, что такая игра. Игра на экране, электроника. Пульт от телевизора. Эти батарейки стоят. Так, что же у нас тут дальше? Книжечка паспорта, калькулятора, электроника, БЗ-30. Радиоприемник. Буду я сейчас все на стол разваживать. Еще один радиоприемник. Еще один приемник в родной коробочке Сирена. Так, еще один радиоприемник. Так, что тут еще? Так, это у нас приемника Quartz RP12. Вот это вот. Так, еще один калькулятор. Вот так открывается. Тоже импортный Citizen. Так, и еще один калькулятор. МК-51.
Так, купить тут. Так. Радиоприемник Невский. Работает на кроне. Так, еще калькулятор. Так. Здесь. Ладно, попозже часы. Посмотрим сейчас. Плечки выпишу. Так, ну здесь блоки питания. Походу от калькулятора. Два штуки. Так, и еще один блок питания. Этот магнитофон Романтик. Так, это крышечка взять от какого-то. А вот крышечка от приемника. Батарейного отсека взять. Слабо держится. Так, и еще калькулятор. Наверное, от него футляр. Тут тоже ключки. Крышечка. Тоже идет от какого-то приемника. Так, от какого она? Нет. Это тоже нет. Этот у нас крышкой. На вот эту. Угу. Приемник. Так, далее. Тут мышка компьютерная. Беспроводная, походу, с этим приемником. Там еще тут крышка. Еще ведь на каком-то приемнике не хватает крышки. А вот на этом. Так. Так, здесь что? Это что такой футляр? Микма. Походу электробритва. Когда-то у меня была такая электробритва. В свое время. В 80-х годах. Так, и приступаем. Так, вот. Часы. Сегодня. Еще одни. Трое часов. Что такое этот обзорчик? Так, в этом ключке ничего нету. Сейчас так еще разложу, покажу. Что тут все лежит. Так, коробку сюда пока положу.
Вот все разложил на столе. Надо будет что-то проверять батарейки, где-то брать к этим калькуляторам. Интересная тема, советские калькуляторы. Также интересная тема, такая вот игра на экране. Радиоприемники. Да. Видео там, может кто видел, полка есть с радиоприемники, ну пойдут они на нашу коллекционную полочку. Такой обзор. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. До встречи.